Ульяновский театр юного зрителя, небольшой театр и фонд «Премьера» приступили к работе над проектом «Детям о Петре Великом», который стал победителем грантового конкурса Фонда культурных инициатив при президенте Российской Федерации. Главной составляющей программы является одноименный спектакль. Репетиции постановки уже начались. К работе активно подключились актеры, которые помогают сделать постановку интерактивной. Режиссер проекта – заслуженный артист Российской Федерации Эдуард Терехов. Все наши персонажи будут одеты в исторические костюмы эпохи. Более того, скажу, что и участники спектакля – дети. А дети будут не зрителями, а участниками, потому что это иммерсивный спектакль. Это спектакль, где дети сами будут активно участвовать. Вот у них они будут тоже костюмированы, дети будут облачаться в костюмы гвардейцев Петра I. Особенность этого спектакля в том, что он направлен не на взрослую публику, а на ребят начальной школы. Вместе с артистами театра дети узнают, кто был такой Петр I, почему он великий, что он создал для России, чем стала Россия по итогам его правления и что созданное тогда сохранилось до наших дней. Благодаря эмоциональному восприятию исторического материала, активному соучастию в постановке, игровому формату дети смогут запомнить информацию о значимых событиях конца 17-го, первой четверти 18 века, узнать о фактах из жизни первого российского императора. Я буду в роли Петра, Великого, вот, человек, который сделал для России многое. Но это такой образ, который нужно примерить, нужно очень многое прочитать, очень, на мой взгляд, работы очень много впереди. Формат театральной постановки является мобильным и камерным, поэтому его показы пройдут на различных площадках города Ульяновска, в основном в библиотеках и музеях. Премьера интерактивного спектакля планируется в марте, а его показы в течение всего юбилейного года – 350-летия со дня рождения Петра I. Ирина Антонова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.